15 тысяч участников из 30 стран мира. Завершился первый день работы 5-го международного технологического форума Digital Алматы. Руководители крупных IT-компаний, известные международные эксперты обсуждали цифровую повестку Евразийского экономического союза. Место для проведения этого крупного мероприятия выбрано не случайно. В Алматы уровень цифровизации является одним из самых высоких в Казахстане. Гафу Али расскажет. Алматы – столица IT-индустрии Казахстана. Практически все ведущие цифровые компании базируются именно здесь, потому что в мегаполисе сформирована инфраструктура, благоприятно сказывающаяся на развитии отрасли. Это подчеркнул сегодня на открытии форума министр цифрового развития Багдат Мусин. В целом, на казахстанском IT-рынке сегодня больше 10 тысяч IT-компаний, и в них заняты 150 тысяч специалистов. Вы же понимаете, что сейчас цифровизация – это двигатель, как говорится, всех реформ, и все любые бизнес-инициативы, они связаны с IT-отраслью. Поэтому цифровая индустрия, она именно в этом и заключается, что именно с помощью цифровизации можно как бы вносить новшества в любые отрасли экономики. Сегодня на площадке форума работали 20 панельных сессий, обсуждали самые разные темы, от цифрового майнинга в Казахстане до роботизации многих сфер жизни. И даже говорили о том, как улучшить положение женщин с помощью цифровизации. Мужчины были удивлены, узнав, как много бумажных документов нужно собирать будущим мамам перед рождением ребенка. Представители Министерства цифрового развития рассказали, что сейчас прорабатывается комплекс оказания услуг, который позволит получить их максимум за час. В целом, участники форума из других государств отмечает высокий уровень цифровизации в Казахстане. Мы очень впечатлены тем, как развивается действительно и экосистема, какие проекты у вас появляются, как с ними работают. Поэтому мы считаем, что у вас все это идет огромными шагами вперед, и мы очень рады быть партнерами. Я видел стартап из Казахстана, который занимается скринингом рака. То есть они берут снимки компьютерной томографии. В Брестине такие же есть резиденты, которые занимаются уже на МРТ-снимках. То есть если они объединить усилия, то есть решение задач, допустим, по определению ранней стадии рака намного быстрее бы проходило. Цифровая трансформация успешно происходит в промышленной сфере, здравоохранении и образовании. А теперь и новый тренд в стране – креативная индустрия. Развитие этой отрасли и других участники форума обсудят завтра. Добавим, Digital Алматы – это не только обмен опытом, но и возможность обрести новые контакты, узнать о новейших технологиях. Гафу Али, Валентин Лобанов и Радик Джакупов, Алматы, Хабар 24.